В селе Таушык проходит областной открытый турнир по карате Шинкё Кёшинкай. В соревнованиях приняли участие около 250 юношей и девушек из районов области. Они определят между собой сильнейших в течение 3 дней. 11-летний Сырым Баймамбет уже 2 года занимается карате Шинкё Кёшинкай. Поначалу в этот вид спорта его привел отец, но со временем его интерес возрос. В итоге сейчас он становится победителем различных состязаний. И к сегодняшним соревнованиям он подошел с тщательной подготовкой. Я побывал во многих городах, 2 раза ездил в Ташкент, Семей, Атырау. В этом виде спорта моим тренером является Сайлау Балжан Балтабегула. Уверен, что смогу занять 1-е место и в этом состязании. Все мои соперники сильны. Готовился к турниру 2 месяца. Желаю всем удачи. С каждым годом растет число любителей карате. Так, если в прошлом году в областных соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, то в этом году их число увеличилось на 50 мангостаутов. Организаторы отмечают неплохую подготовку участников. Такие турниры помогают в дальнейшем развитии наших детей. Это своего рода предварительная подготовка к отбору на чемпионат Казахстана. Игра проходит замечательно. Все хорошо подготовлены. Думаем, что определятся сильнейшие. Мы вошли в 4-ку по Казахстану, когда присоединились к федерации Шинкё Кёшинкай. Я думаю, это замечательно. Очень хороший результат. Мы уже 4 года проводим традиционные соревнования. В Тукпарганском районе занимаются 450 детей. Среди них чемпионы Казахстана, призеры республиканских соревнований. Интерес спортсменов к этому виду спорта высок. По статистике, из года в год растет число спортсменов. Сегодня карате Шинкё Кёшинкай в регионе занимаются около 1000 мангостаутов. Более 15 судей выступают и судят республиканские состязания.